Буэнос диэс, мис керидос амигос. Ядерно-разрядной заряд вашего экрана, это значит, что мы продолжаем пилить все, что видим. Бжж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 
братан. Холм отель 1-1 лает. Well. I'm Genie. We're in a little... Well, there's Dinky, the town mascot. He's a sight. Up the road away, there's been other than... Well, but... Ever... What? I hope you're finding everything to your life. Well, he had his... Those hoodlums he was with seemed to know men... Go see Cliff Briscoe at the Dino Bite. Mm-hmm. And tell him I sent you. I think he gets lonely standing. Ну, остерегайся незнакомцев. Здорово. Так. Задачки. Так, давайте до Рипкомна сходим. Хуйня делов. Только для начала давайте, наверное, все-таки залезем у ябальник к этому динозавру. Интересно, как это надо делать через жопу? Да, в принципе, я все в этой игре, по-моему, делаю через жопу. Мда, блять, о чем это я? Так, если в ебальнике должен находиться человек, следовательно, у этого человека должна быть дорога к ебальнику. Так, я так понимаю, что все-таки путь мой лежит через врата и, да, через жопу. А, нет. Через тушку. No offense, but I... If you want to talk, catch... Так, кого мне там надо расспросить? Мэнни Варгас. Welcome. Клифф Бриск. Bless her. They see the sign and think, well, well, we also... Так, что у тебя есть хорошего? Шестьсот 38 крышек у тебя есть, это самое главное. Так и быть. Хуй с тобой, что называется. 3000 крышек-то ты ебанулся, дядька. Не дурно. Рыжечку. Импульсная пуля. Дробь нулевка. Ну,
Микроядерный гипераппарат Альфа. Чё, блять? Тысяча 600 крышек. Блять. 1648 крышек. Я ему торчу. А должен торчать не более 510. Хотя я, наверное, это потом сделаю. Так, 5.56 мне по-любому нужны. Так. Так, 103 крышки я ему торчу. Получается. Блять, как нос чешется-то, а? Точно бухать буду завтра. Так. Хм, 590 крышек. Но этих штук у меня вечно как говна за баней. Инсинератор — это суть огнемет. Сохранные бомбы. О, все, берем. Лазерная винтовка. Это, конечно, заебись. Но сначала надо отстрелять это. Как ее, блядь, топливо и все остальное. Поэтому да, у меня 8 крышек меняемся. They're scared from what I hear. But I guess they had to stop. The papers had a name for the condition and well, they unloaded plenty of demand for. Come. Зайду, зайду, хуй с тобой. You have any luck with the ghouls? Just head. Ага, то есть через магаз. Я запомнил, нахуй. Так, ладно. Зайду потом. Так, потому что сейчас наша задача пойти покосить гулье. Угу. Билет. Да и полутаться надо, потому что барахлища мне надо нести много. Пуст. Сука. А, брамин. Я так и думаю, как эта тварь называется, я что-то забыл. Опупенция. Ебать твою бабушку. Опачки, первый пошел. Три крышки, это мы любим. All the practice. Looking for a tour? Блять, да тут все в гулях. Mm-hmm.
мясорубка! Гррррр, осторожно, урод, я тоже кусаюсь. Так. Блять, какой прочный, а? Сердце свет. Нихуя себе. Всего-то 5 крышек. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, во-первых, надо катить докторский саквояж. Медикс. Перекусить. Так, стата. Так. УЗ-19. Стимпак. Стимпак. Парадучу. Сто 3 из 230. Вроде все. Так, начинаю потихоньку отпускать. Так, это что лежит? А это джип-то сюда отлетел. Ну, верно, дорога идем в теории. Потому что сейчас еще партия не выскочила. Ну, собственно, она уже здесь. Нямка. Никто меня тут больше сгрызть не хочет. А вот это уже очень неплохо. Стимпаки мы любим. Ну, вы прям нихуя себе, братва, я смотрю, тут притарились. Как говорится, да вы, я смотрю, разъебая, нихуёво тут живете. Так, ну прыгать было бессмысленно, вот поднялся я реально не зря. Потому что я теперь могу... Так, стата. Так, снаряга, вес 163. Так, стволы. А, тебя-то я не заметил, братан. Дай-ка я на всякий случай сохранюсь, братаны.
Это еще может быть весело. Я что-то в рот ебал обратно и снова топать. Гуля тут немерено, чуваки. Я бы сам себе не рекомендовал. Ща лезть на рожон. Вон еще один петух стоит. Попадание было. Но вот погода, но мне нихуя еще не сделала, потому что на меня уже бежит толпа. Пошли чистить. Вроде даже без потерь выбрался. Практически. Потеряли на щель по щель. Крышек, может, срублю. Или лута хорошего найду. Так. Еще какой-то гад. Так, а что если мы юзнем плазменную? А. Так, у лазера урон 11. УС-42, здесь УС-47. Урон 27. Как говорится, лучше я буду юзать плазменную, чем лазерную. Так. Теперь палим именно карту местности, не мира. Так, что насчет вон того тоннеля? Так, там чисто, но обшарить все же не повредит. Блять, как глаз зачесался. Опа, медикс отпустил. Ничего, у меня на всякий противопожарный еще есть. Так, это было явно мимо, но прошарить было надо. Так, в жопу ракете, я думаю, лазить не стоит, хотя хер его знает, может, что-то полезное найдется. Так, вон там баррикады, значит, могут быть какие-то элементы БК. Так, ну, ракете в жопу не залезть. Так, а в этом придурке я уже вроде как копался. Значит, нам одна сейчас дорога. Налево-направо нам, в принципе, тоже делать нехер, как я понимаю. Ну я же скопидом, ёптать. Поэтому я должен обойти все. И, как говорится, не обессудьте, что это скучная хуйня получается. А нет, ворота открылись. Может, здесь гулявских поменьше. Что-то я, кстати, их в этом квадрате АЧП не наблюдаю. А то здесь сейчас наверняка будет веселье. Так, здесь чисто. Вон еще один стоит. Привет. Ах ты. Пес. И тебе провед. Так, вот здесь надо основательно прям порыться. Так, мачете, бутылка из-под вискаря. Так, здесь всякий металл. Ну, в принципе, к хую не впился. Так, в сундуке пусто. Reload.
и жижа. А, этих можно полностью обчищать. Огнеметное топливо. Да мы сегодня жжем, чуваки. Так, какая-то еще радиостанция. Так. Сохран. Дверь в комплекс. Hey, over here. Are you listening? Go to the big room on the east side of this building. Like I said, find the big. Так, где-то здесь сразу орёт кто-то. Так, бухлище. Орёт, ага. Опоссум ты ёбаный. Так, спать. Так, ну восточную часть здания мы, разумеется, не пойдем. Сначала устроим здесь. Зачищалово. Так, терминал активироваться не хочет, охуенно. В скобочках нет. Так. А, гулял и в сральнике тут тусил. Так, отмычек у меня нема. Херово. Так, еще один сральник, надеюсь, тут не сидит. О, гулявый где-то меня услышал. Ну и сейчас откуда... Так, мне это уже нихуя не нравится. А, вон по галерее бродит урод. Я думаю, откуда ж ты меня, падла, слышал? Так. Спать нахуй. Человечина? Это что-то новенькое. Так. Арматура, это слишком тяжело. А он заколка мне сгодится. Блять, бутылка пустая. Так, нет. Я там, кажется, что-то видел. Так, здесь нихера пользительного. А вот Нюка-Кола мне пригодится. Yeah. Улыбнуться хотел, не вышло, каюсь. Так, еще дверь. Там где-то Гулевский орал. Это все нам надо. Так, терминал не работает. Что очень херово. Так, это все только книги и ничего, кроме книг. Блять. Так и не надрочился это дело делать в свое время.
стелс-бой можно очень выгодно толкнуть. Хуя этот жмур. Жмуры сегодня добрые, жмуры со мной поделятся. Так. Опа, ебать, привет. Где-то здесь. Ну, по правде говоря, сводиться мне было на него особо некогда, хотя надо было бы. Но это такая хуйня. Так. А вот этот терминал работает. Стелсбоев-то должно быть до хера, по идее. Забойно. Короче, на терминале тоже нихера интересного. А вот на этом что есть хорошего? Нет, так не работает. Так, в столе пусто. Окей. Так, здесь надо еблом провести. Урода. А вот это очень годная вещь. И это тоже. Ой. А как это так получилось, что ты превратился в жижу? Коровенкам явно не позавидуешь. Токарник? Нихуя себе, блядь. Там звук. Не понимаю, правда, на кой хуй мне столовый нож? Так, это, понимаю, что-то вроде казармы было. О, ящиков сколько. Блок сигарет мне пригодится. Так, это пустой. Так, еще один урод орет.
Так. Значит, здесь еще дверь. Коко-кабинете может быть что-нибудь интересное. А вот админский... Терминал-то заебись. Хуёво. Я же говорю, что-нибудь интересное да найду. Ну, допустим, мяу. Так. Кажется, этот педрило по интеркому говорил про какую-то железную лестницу. В большом зале восточной части здания. Так понимаешь, именно про это место он и вещал. В лабах. God, but are you ugly? Your pranks won't work on me. Stop. Нихуя. Go bother Jay. Нихуя, это вредный. Интересно, от этого качается навык? То, что я, понимаешь ли, ебусь. Все это я как водится. Ебал. Так, а ты кто таков? I don't speak with outsiders. Smooth skins especially. Talk to our leader, Jason Bright. Jason will lead us to the far beyond. All praise the great journey. All praise the Creator's divine will. Нет, пока что мне здесь нихуя не надо. Но я чувствую, что всю эту хуяльню мне предстоит перебить. Есть у меня такое ощущение, товарищи. Yes. Так, яркий Джейсон должен быть где-то тут. Упали точно на бледе. Так, это же то место, откуда я пришел. Ну да. А не наверху ли он? Точно. Ебать, ты тут обнаркоманился, дядька. Yes. УБХСС. Hello, wanderer. Please forgive us our humble surroundings. Have you... And they've been... Those ghouls were members of my... We kept them safe. And now... Please, wanderer, bear in mind that every feral ghoul you spare now, once the demons, they set upon us. My flock fought bravely. Mm-hmm. The rest of us. Нихуя. But now you. Yes, over the. It went on for hours, and did not always make sense. Is the way clear? I am Jason Bright. An auspicious name, don't you think?
true. We wish to escape the barbarity of the waste. The Creator has promised. It is a pleasure. You're referring to Chris. We had the same discussions when he first. Soon enough, we realized that Chris. Так, ну пошли тогда сходим в подвальчик. Но это уже в следующей серии. Спасибо всем, кто присутствовал. С вас, как обычно, Лукас, Пиписька и до свидания. Адьёс, братва. Увидимся в следующей серии.